Привет, сегодня вторник, но это не рандом. А все почему? Потому что на канале некоторые изменения и новый график. Во-первых, больше не будет чата рулетки и пранков. Ну, потому что эти проекты уже изжили свое. Да и при съемках я не получал такого удовольствия, как при съемках других каких-либо проектов. Итак, начнем. Я решил восстановить рубрику VC. Кто не знает, что это такое, вот ссылочка на плейлист. Посмотрите, ознакомьтесь. VC или VS будет выходить по понедельникам. Рандом. Когда же будет выходить рандом? Куда же без рандома, он будет выходить в среду. Пятница будет чередоваться. Неделя вызов принят. И неделя теги или другие различные видео. Ну вот так. Так. И воскресенье. Новая рубрика, пока не скажу. Увидите воскресенье. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь. Это был небольшой такой инфоролик. Если ты не запомнил график, а тебе он действительно нужен, а я надеюсь, он тебе нужен, то расписание висит в группе ВКонтакте, а также я размещу его, ну, в шапке на канале сверху. Наверное. Вот так вот, на улице дождь, но это не повод отчаиваться. И всем пока, удачного дня, жизнь прекрасна у тебя.